Снег, дождь и град – такие сюрпризы преподнесла жителям Ивановой области погода в первой половине мая. Вместо летних нарядов пришлось достать из шкафа куртки и зонтики. По данным метеорологов, День Победы в этом году выдался самым холодным за всю историю праздника. Мы можем сказать, что погода прошедших майских недель испытывала нас на прочность, и все это связано с затоком холодного арктического воздуха. Сегодня с уверенностью можно сказать, не май месяц. В прошлом году в эти дни температура достигала 20 градусов. Эту весну, пожалуй, все запомнят надолго. Из-за холодов цветы и кустарники оживают медленно. Ивановский дендрарий не исключение. К середине мая тюльпаны, например, уже должны цвести, но из-за непогоды бутоны еще не раскрылись. Природа в этом году просыпается медленнее обычного. По ночам столбик термометра опускается ниже 0. Но синоптики успокаивают, скоро температура придет в норму. В ближайшие двое суток мы ждем прохождения очередного циклона, передвигающегося с северо-запада, который принесет нам дожди. Вот. Затем при выходе за холодный фронт дожди прекратятся, то есть будут меньше интенсивности. И уже к выходным дням мы надеемся, что в дневные часы температура воздуха будет прогреваться до плюс 20 градусов. Наверное, сильнее остальных ждут тепла аграрии. Успех посевной кампании зависит от многих факторов. Количество осадков и средняя температура – главные из них. Несмотря на аномальный для времени года холод, обработка сельхозугодий уже началась, правда, с небольшой задержкой. На сегодняшний день засеяна четверть всех полей. Есть отставание в неделю, скажем. Это не критично. Если погода наладится, как прогноз, что с завтрашнего дня дождь прекратится и дальше уже нормальная погода, это абсолютно нормальная весна получится, хорошая, прохладная, это все на пользу. Не будет засухи, не будет избытка вредителей, которые в жару активизируются, поэтому пока никаких особенных проблем нет. Разделяя оптимизм синоптиков и сельскохозяйственников, остается лишь подождать несколько дней. С большой вероятностью уже к ближайшим выходным в городе установится теплая летняя погода. Максим Серебряков, Денис Денисов, Антон Осипов, РТВ Иваново.